просто. Там начинают летать деньги. Вот тут маленькая ячейка, куда надо эти пульмовые деньги просунуть. А наши все очень аплодисменты громкие и нескончаемые. Мы начали! Итак, наконец-то в кулуарах Беллинова день рождения на Скляр ТВ вы увидите двух, которые совсем случайно, возможно, случайно попали на сегодняшнее White Party. Ну что ж, я думаю, у вас перспективная яркая свадьба. Еще раз эти аплодисменты достаются вам. Итак, сегодня у нас уникальное торжество, уникальная свадьба, потому что сегодня мы не ловим подвязку, а ловим атрибут у жениха. А именно, это его штаны! Итак, торжественная часть, приуроченная к дням рождения Ани Ильи, я объявляю открытой! Отлично, мне нравится вот эта постановка, команда собрана. Итак, попробуй! Хуже я не слышу. Друзья мои, давайте ярче, эмоционально. Как вам праздник вообще, нравится? Яркий праздник, я первый раз на таком празднике, надеюсь, он будет каждый год, и, возможно, каждый год я его буду посещать. У меня есть флайеры, да, и я уже купил билет на следующих 3 мероприятия на 3 года вперед. Это в качестве ведущего вы имеете в виду? А кто сегодня ведущий? Вы. Спасибо, что напомнили. Именно этого я ожидал. Что ж, надеюсь, потому что очень яркая, шикарная, насыщенная, и что самое главное, позитивно настроенная компания. Именно этого мы ожидаем. Именно это делает наш праздник ярким. Спасибо вам за это.